Программирование на Pipeline Pilot, работа с изображениями. Вот протокол, который вводит изображение, разбивает его на серые цвета по Red, Green, Blue и формирует новое изображение. Вот мы видим, что он в формате RGB, и дальше он разбит на зеленый, цвет голубой, вот, и есть красный, это уже редюст. Так, и результирующий Create Color Image в формате RGB. Так, что мы вот вводим изображение в формате TIFF. Это у нас некоторая ткань для биохимического анализа TTC. Ну, цвет имеет для биохимиков значение, поэтому им надо играть. Так, смотрим, что тут есть. Замечательно. Вот теперь цвет распаковывается на красный, зеленый и голубой. Получаем три варианта Grayscale. Дальше у нас имеется компонент, который позволяет работать с цветами. Вот у нас с красным цветом будем что-то делать. Что мы делаем с ним? Мы его делим на 2. То есть значение красного цвета делим на 2. Можем не только делить. Так, True Image First Argument имеется в виду, что последний тоже может стать первым. То есть поменяем порядок. Так, ну и в конце Input Image удаляем. Дальше на основании полученного мы создаем новое изображение, в котором вместо Unpack Color Red мы ставим Reduce Red. То есть тот красный, который мы исправили. То есть мы его поделили на 2. Вот эти мы оставили как есть. И создали новый Color Image. Запускаем. Итак, вот исходное изображение, а результирующее стало темнее, более фиолетовым. Видимо, оно изменилось. Так, поменяем. Вместо Divide сделаем Multiply, то есть красный цвет умножаем на 2. Что у нас получится в результате? Смотрим. Ага, оно стало намного более ярким, более красным. То есть у нас красного цвета добавилось. Собственно говоря, это все.